Всем привет, дорогие друзья! Сегодня воскресенье, а это означает, что сегодня рубрика ⁇ Новости Польши за прошедшую неделю ⁇ В этой рубрике я собираю самые интересные новости, то есть это несколько новостей, которые вы, возможно, пропустили и о которых я не рассказывал. Поэтому это самая такая информативная рубрика, поэтому досмотрите ее до конца, а также поставьте лайк авансом. А мы начинаем первая новость. До 30 июня в Гданске можно будет получать бесплатные продукты. Так вот, продовольственный банк Труймяста расширяет программу помощи для украинских беженцев. Поэтому теперь можно будет получать продуктовые наборы. Что сообщается, что можно такой будет продуктовый набор получить лично и будет он содержать это свежие продукты а также продукты продовольственные длительного хранения сам же такой набор будет составлять два с половиной килограмма и можно его забрать лично но опять же предупреждается что не всегда есть тара поэтому люди должны приходить со своими пакетами так вот такие продуктовые наборы будут выдаваться каждый вторник и четверг с 9 до 13.00 по адресу который вы видите здесь никакой же предварительной регистрации не нужно. Вам просто нужно прийти и иметь с собой паспорт. А если будете получать на ребенка, то опять же свидетельство о рождении на ребенка, его документы. А также, чтобы получить такое продовольствие, нужно прийти это показать либо то, что у вас есть статус УКР и ПЕСЛЬ, либо же печать о том, что вы заехали в Польшу после 24 02. Вторая новость: президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете выезда мужчин за границу в возрасте от 18 до 60 лет. Напомню, что данная петиция набрала необходимое количество голосов, то есть 25 тысяч, еще 21 мая. И автор данной петиции делал акцент на том, чтобы отдать приоритет добровольцам при мобилизации, а так открыть границу, чтобы не провоцировать коррупцию на границах. Так вот, в ответе под этой петицией президента Украины сообщается, что согласно Конституции, защита суверенитета и территориальной ценности государства – это дело всего украинского народа. Поэтому отмена запрета выезда будет только после завершения действий военного положения. Но также напомню, что на днях советник главы Офиса Президента Арестович сообщал о том, что нужно ослабить Пропускной режим на границах. И в частности говорил, что ситуация сдвинулась с мертвой точки и предложил выпускать за рубеж мужчин ряда определенных профессий, таких, например, как моряков. Но что касается петиции, то петиция собрала необходимое количество голосов, но, как вы понимаете, сейчас границу для всех мужчин никто не будет открывать и не планирует. Третья новость ⁇ это тот факт, что Германия планирует восстановить пограничный контроль. Так вот, Германия восстановит временно пограничный контроль на внутренних границах. Это связано, конечно же, с саммитом G7. И такие ограничения будут с 13 июня по 3 июля. Так вот, власти Германии предупреждают путешественников, тех, кто планирует ехать в Германию, что теперь на границах они могут подвергаться досмотру и просмотру документов. Поэтому, если вы планируете ехать в Германию в этих датах, то должны понимать, что вас могут проверить. Поэтому это, опять же, касается тех людей, у которых, например, просрочен безвиз, которые находятся на территории Польши и не имеют права легального выезжать за пределы Польши, потому что спецзакон распространяется только на Польшу. И если вдруг вы решите поехать в Германию, то есть такой вариант, что вас просто не пустят, либо еще будут какие-то последствия, если вдруг у вас нет уже безвиза, а вы планируете туда поехать. Поэтому, опять же, будьте с этим внимательны. И все-таки, если планируете ехать, то желательно, чтобы с документами у вас было все в порядке. Четвертая новость это украинские выпускники смогут сдать экзамены в школе. Так вот, ученики из Украины смогут сдать экзамены на аттестат зрелости в Польше. Так вот, до 15 июня польская и украинская сторона обменяются всеми данными, сколько учеников планируют сдавать? эти экзамены. Так вот, министр образования Украины и министр образования Польши уже договорились об этом. Но планируется, что такие экзамены будут проходить в шести местах Польши, в шести университетах. Поэтому, опять же, если что, придется ехать в одно из этих мест. Пятая новость. Евросоюз одобрил запрет на продажу бензиновых, а также дизельных автомобилей. Так вот, Евросоюз одобрил запрет на продажу вот таких вот новых автомобилей, бензиновых и дизельных, с 2035 года. Но это не касается поддержанных автомобилей, касается только новых автомобилей. Такая мера была создана, чтобы побудить автопроизводителей создавать меньше дизельных и бензиновых автомобилей, а переходить на электромобили. Это опять же связано с новыми нормами выброса CO2 в атмосферу и является частью климатического пакета Европейского союза так как к 2050 году Евросоюз планирует достичь углеродной нейтральности. И последняя на сегодня заключительная новость ⁇ это тот факт, что в Варшаве появится улица героев Украины. Так вот, по заявлению Яна Стшежика, представителя парламентской группы поразумения, он сообщил, что одна из улиц Варшавы теперь будет названа в честь героев Украины, то есть богатеров Украины. Так вот, эту петицию варшавские советники приняли единогласно, без голосов против. Поэтому в ближайшее время появится в Варшаве такая улица. Ну что же, друзья, надеюсь, новости были интересными и полезными. Если так, обязательно поставьте лайк. Если у вас остались вопросы, то можете задавать их в описании под видео, либо же в телеграм-группе, ссылка на которую также будет в описании под видео. Также в описании под видео вы найдете много интересных ссылок. Работа в Польше, YouTube-канал по изучению польского языка для детей, бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы, как всегда, получаете бесплатные переводы денег абсолютно по всем направлениям. Поэтому можете зарегистрироваться уже сейчас, а деньги перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока.